Серия мероприятий под названием «Сообщи, где торгуют смертью» в Ленинском районе стартовала в начале этого года. На протяжении всего этого времени сотрудники антинаркотического отдела полиции проводят беседы с населением, ведут активную работу с участковыми, посещают учебные заведения. В профессиональном колледже Московия представители УВД уже не в первый раз. Подростковая аудитория наиболее уязвима к проблеме употребления наркотических средств. Детей стало меньше попадаться за употребление наркотических средств, за распространение наркотических средств, особенно на территории Московской области, именно нашего Ленинского района. Стараемся привлекать не только детей, но и родителей, потому что такие мероприятия для них важны. И да, поступают звонки о том, что спасибо вам, да, вот мой ребенок был в компании в плохой, сейчас он изменился. Подростковую аудиторию вовлечь в беседу зачастую нелегко. Особенно сложно это сделать, когда спикер говорит на тему, которая может смущать молодежь. Но представители полиции умеют найти нужные слова, чтобы расположить к себе ребят и перевести лекцию в формат взаимного общения. Сотрудник полиции рассказал очень понятно, что такое наркотики, что вследствие их употребления что грозит. Было интересно и полезно это слушать. В рамках встречи студентам колледжа показали фильм «Изгой», который вошел в программу профилактики алкоголизма и наркомании. Он рассказывает о судьбе молодого человека, отказавшегося от вредных привычек и посвятившего себя спорту. История в один день, когда на пути парня встречаются люди, пытающиеся отклонить его от цели. Не поддавшись общественному мнению, он сломал систему и привлек на свою сторону провокаторов. В классе нашлось немало ребят, разделяющих точку зрения главного героя картины. Я очень негативно отношусь к наркотикам, так как я за здоровый образ жизни, и к людям, которые употребляют наркотики, я отношусь не то чтобы негативно, а с сожалением и пытаюсь всячески помочь таким людям. Представитель антинаркотического отдела особое внимание аудитории обратила на российское законодательство, которое не щадит людей, употребляющих и распространяющих наркотические средства. Сроки заключения под стражу слишком велики, чтобы из-за этой слабости лишать себя будущего. А если случилось так, что человек попал в тяжелую жизненную ситуацию, у него есть возможность получения реабилитационной помощи, предоставляемой на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, «Видное ТВ».